Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я буду играть в игрушку под названием... Попробуйте угадать. Она называется Гренни. Сейчас я включу звук, а звук уже есть. Вот она, игрушка Гренни. Игра. Она весит где-то 200 или 100. Ну, где-то 225 мегабайт примерно весит. Ну что ж, заходим, посмотрим, что там будет. Это новое обновление 1.6. Тут, тут многое поменялось. Добавили новую функцию. Появилась новая Гренни. Музыку, наверное, включу. Лучше выключу. Буду играть без звука. Не, отключу немного. Я играю на И. Один раз только прошел. На машине. Детали собрал. Главное сейчас найти. Собрать ружье. Или найти Виапанкей. Чтобы открыть арбалет и пострелять в нее. Вот смотрите, главная комната. Вот. Нам дается всего лишь 5 дней. И вот тут есть всякие надписи. Ронять ничего ни в коем случае нельзя. Услышит Гренни. Блин, тут ничего нету, придется бежать. Кабы нас не заметили. Кабы не заметили. Шестеренка. Коробка, интересно, имеет звук? Нет, коробки звука не имеют. Я всегда думал, что коробки имеют звук. Смотрим. Так, здесь. Ключ от машины. Заходим. Special K. Ну, откроем эту комнату с мишкой. Один мишка тут. Все. Так, возьмем этот Special K. И уроним. Не издает звука. Он издал звук. Я думал, что он звук не издает. Это в этой комнате не издает. Тихо, сидим. Сейчас придет Гренни. И ударит нас своей битой. Где же ты? Вот она пришла. Родненькая, пришла моя бабулечка. Сейчас она либо поставит капкан, либо не поставит капкан и уйдет. Нам Special Key не нужен. Так, мы его просто там выкинем. Ох, блин, что это было? Сейчас встанем и отойдем. Так, сейчас такая придет. Мне кажется, она в свой капкан наступила. Или что это было? Я что-то уронил. Вроде ничего не ронял. Уроним. Пошумела коробка. Коробки пошумели. Так, тихо. Сидим. Сейчас она придет. Опять моя бабуля. Давай, иди сюда на шум. Приди, а потом уйди. Снеси эти коробки. Чертям. Если ты иди взять, она всегда будет знать. Чё? Что она сказала? I see you. Звук страшный. Я просто музыку отключил. Я немного... приостановлю запись. Я продолжаю запись. Мне позвонили. Так, где же наша бабулечка? Басрулечка. Убежала, да? Трусиха. Ну, возвращайся, блин. Опа! Офигеть, как я кинул. Эпик. Если она ушла туда, это я напрасно кинул. Ничего не слышно? Нет. Я не слышно.
Что там бабка? Блин, я лоханулся, но там было. И пишет, лежит, а бабка на него смотрит, такая. Так. Ух, ё, она прям здесь стоит. Давай, 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 бабка, уйди, уйди. Я могу это перевести. Она говорит, ты где? Тихо, 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 тихо. Капка поставила, поставила. Тихо, тихо, тихо. Я немного помолчу. Звук такой прям офигеть. Его прям проработали. Только вот это не так проработали сильно. А, проработали. Я думал, что я не могу в это упереться. Я уперся. Думал, в это что ли? А нет. Иду дальше. Бабка за это время ушла. Очень далеко. Ох ты ж, ёпкую. Так, давайте. Опа, уманим. И... Так. Забирайся, скажи, окей. Опа, все, уронили. Ладно, можем не волноваться. Идем в другое место. Идем на улицу, наверное. Пошлите на улицу. Интересно, что будет в сарае? Вот в этом. Вон, кстати, дверь. Вот она, земля. Вот это непонятно, что сбоку. Ох ты ж, проработалась земля. Ох, сверчки. Хотя бы нормально было. Да блин, там ничего нету. Тут, точнее, ничего нет. Ай, только шестеренка. Ох ты ж, ё. А что там? Если оно там... Надо пошуметь в другом месте. Ё, она капкан поставила. Тихо, тихо, тихо. I see you. Перевожу. Я вижу тебя. Тихо, тихо. Ты где сама бабка? А, я понял. Вообще-то нет. Офигеть, он прям плавно поднимает. Оп. Он шумит. Листок пошумел. Твердый листок. Что? Этот листок должен быть мягкий, а не твердый. Так. Не знаю, что здесь написано. Точнее, не могу перевести. Потому что я не знаю. Перевод. Бабка. Я боюсь. Ты где? Дима, персонаж дышит, конечно. Дыхач. Тихо, 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 тихо. Давайте пошумим. Блин, она не шумит. Тогда пойдем сюда. Ну, на этом, наверное, буду заканчивать. Продолжение будет, не знаю, когда. Просто сейчас у меня времени нету. Там надо туда-сюда ездить, туда-сюда. Короче, вот, например, здесь мой дом, а на другом конце города вообще здесь что-то... Куда мне надо ехать? Короче, всем пока. Также подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, все, прям, кто посмотрит это видео, если не поставите, к вам придет крэнни, ха-ха-ха-ха, шучу. Так, ну все, короче, пока.